Всем добрый день. Сегодня у нас 6 мая. Хочу вам показать, вот такие у нас красавцы вывелись 5 мая. Это у нас мускусные утята. Эти товарищи тоже на заказ. Давно никого не снимала, особенно из утят. Обычно сразу забирают, как только выведутся. Даже не успею сфотографировать. Эти вот товарищи у нас несколько дней задержатся. Попросили передержать несколько дней. Ну, точнее, их сразу, когда заказывали, просили, что дня 4-5 надо будет их подержать. Вот такие у нас товарищи. Очень активные. Уже вечером вчера некоторые уже комбикорм ели. Очень быстро воду нашли. Вот такие у нас красавцы. Так что заказы принимаем. Кому надо, обращайтесь. Кто поближе находится к Сергиев-Посадскому району. Вот такие у нас красавцы.